Председатель Мособлизбиркома рассказал студентам, что сегодня в Подмосковье делается очень многое для привлечения молодежи к выборам. Ведь молодые люди должны знать свои права и пользоваться ими. В этом году у нас с вами избирательные кампании самые важные, самые крупные. Это, конечно, выборы депутатов Государственной Думы и выборы депутатов Московской областной Думы. И в целом ряде муниципальных образований будут проходить местные выборы. То есть как минимум 4 бюллетеня для голосования каждый избиратель, придя на избирательный участок, получит. Работа по правовому воспитанию молодых избирателей ведется по нескольким направлениям. Например, со студентами проводятся различные конкурсы, конференции, форумы, в ходе которых они могут высказать свое мнение, а также изучить труды своих старших товарищей. Не забывают и о школьниках. С 2014 года во всех муниципалитетах проводятся олимпиады по избирательству. Праву среди старшеклассников. Сначала команды письменно отвечают на вопросы, пишут эссе, а затем показывают номер, как в КВН, на заданную тему. Например, в этом году тема для выступления команды «Что бы я сделал для Московской области, если был бы депутатом Московской областной думы?». Ребята в такой интересной музыкальной подчас форме, стихи, используют песни, танцы даже. Демонстрируют, что бы они сделали. Им дается 10 минут, и они за 10 минут демонстрируют, что они представляют из себя, что должен делать депутат. На базе этих олимпийцев и студентов формируются молодежные избирательные комиссии Московской области, которые потом выходят на взрослые избирательные участки. По словам Вильданова, они очень хорошо зарекомендовали себя, ведь молодежи проще разговаривать с молодежью. Вчерашние школьники участвуют в выборах в качестве кандидатов, избирателей, волонтеров и наблюдателей. Ваши сверстники, которые работают у нас на каждом избирательном участке, вот с такими они платками, с гаджетами, каждый приходит с гаджетом на избирательный участок, и целый день ведет репортаж с избирательного участка. У нас есть колл-центр, если где-то что-то происходит, появляется в соцсетях какая-то информация, что на каком-то избирательном участке происходит нарушение избирательного права, мы связываемся с таким вот членом молодежной комиссии, который находится с гаджетом, и он непосредственно с участка в соцсети, прямо без всяких обиняков, в соцсети выкладывает информацию о том, что на самом деле происходит на этом избирательном участке. По словам Ирика Вильданова, сегодня Подмосковье нуждается в новых молодых кадрах. Он призвал студентов Одинцовского филиала МГИМО, самых активных, работоспособных и ответственных, выдвигать свои кандидатуры в новые составы территориальных избирательных комиссий. Кому интересна работа избирательной комиссии? Пожалуйста, вот здесь сидит председатель территориальной избирательной комиссии Александр. Вот, можете взять через ваших преподавателей, через комиссию, прийти к нам. Кому интересно. Это приглашение касается и тех студентов, которые хотели бы стать кандидатами в депутаты разных уровней, в главы муниципалитетов. Губернатору нужны молодые и энергичные помощники. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».